скажи всем привет. Всем привет, скажи, Вика. Вика идет бабе. Приехала в Искуду она. Пойдем бабе. Заходи. Ты же как дома. Вот Вика приехала. Здравствуйте, все спала. Заходи. Заходи. Офигеть, в сентябре горох еще растет. Пойдем домой, комары кусаются. Пойдем. Наверное, могу ставить. Эти там уже успеем. Пирожочки, пирожки. Остановился на краю земли. Тебя я в этот вечер не замечу. И лживые не нужно слезы лить. Достаточно терпеть твои обманы. Уколонная. Тут уже вот выкопали. Столько накопали пока. Вот эти-то вообще экземплярчики большие. Такая бы вся была. Говорят, чистить неудобно. Еще вот поле. Вот это все с одной лунки. Нормально так вышло, да? Юля, а может тебе эти перчатки, они не попускают? Дело идет потихоньку. А там, если честно, на час-полтора максимум все. Время еще утро. Немного осталось выкопать. На часочек максимум. Вот картофанчик. Ваня ведра делает. Да все уже куда наматываете, вот это делаете. Сделаю, сделаю. Время 12:20. Вот осталось выкопать немного. Мне подкопать 5 рядков. Тут у берез картошка плохая. Корни, потому что мелкая. Сейчас посмотрим, короче, какая будет. Мы это сделали. Время 12:50 мы выкопали. Первый раз, да, такое? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И копайте картошку. Ух! Все, с картошкой закончили, сейчас морковку дергает Аня. Это мелочи всего вообще, тут сколько? Ведер 5 от силы мелочи. Один крупняк, просто картошка, во, в этом году. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и гуляйте. Все, закончили спускать. Вот так картошечки получилось. На посадку отдельно там, в мешках.